Счетчик моточасов. Есть мысль у меня его на авто поставить. Пока показания по нолям. Ладно, посмотрю внимательно, что из себя представляет. Установил счетчик моточасов. Сейчас будет первый запуск после установки. Посмотрим, как он работает и его примерную точность. Думаю, считает он с точностью до десятых часа. Соответственно, 1/10 часа это 6 минут. Ну, сейчас на пару десятых его прогоню на холостом ходу после замены масла. Проверка. Запускаю. Никак считает. Ну что ж, посмотрим на результат. Когда он считает, на нем вот индикатор должен моргать по описанию. Так, ну что ж, лишнее урежу, посмотрю, насколько точно. Что еще подумал? Остается разве что на нем подписать начало отсчета белым маркером. От какого пробега он, в общем-то, установлен и от какого начал считать. Так, ну ладненько, это я сделаю за кадром, а то неудобно.